Главное предложение сегодняшнего дня – это уникальная разработка. Это не просто каша, это каша с чабрецом. Сегодня она получила скидку, и для того, чтобы вы поддержали свой организм, чтобы вы избавились от непрошенных гостей. Кстати, оказывается, по статистике, у 96% живущих на Земле живут паразиты. Давайте мы их будем выгонять с помощью необычной каши, каши с чабрецом. А расскажет и представит нам создатель и генеральный директор компании Health and Beauty, биолог, профессор, доктор биологических наук, академик Нью-Йоркской академии естественных наук, член комитета по биологической и медицинской промышленности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, автор более 100 научных публикаций, заведующий лабораторией биологически активных веществ ГосНИИ биосинтеза белка, генеральный директор компании «Красота и здоровье» Авчиева Пинкер Бабаевна, здравствуйте! Обожаю вас, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Как всегда, рада встрече с вами и очень надеюсь, что вы будете участвовать в сегодняшней передаче. Да, спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Расскажите об этих кашах. Вообще это так удивительно. Вы знаете, прежде чем рассказать о кашах, я бы хотела сказать, что мы сегодня с вами решили посвятить наши 2 часа эфира самой главной теме, самому главному, основному органу нашего организма – кишечнику. Без здоровья кишечника не может быть здоров ни один орган человеческого организма, особенно мозг. В человеческом организме существует ось кишечник-мозг. В каждую секунду нашей жизни, вот мы с Олей сейчас в эфире, но наш кишечник и мозг общаются между собой. Возможно, у вас возникнут вопросы, почему такая власть над нами именно у кишечника? Ответ здесь простой, и много-много тысячелетий назад на этот вопрос ответила сама теория эволюции зарождения жизни на Земле. Конечно, теорий зарождения жизни много, но одна из придерживаемых всеми учеными во всем мире теорий такова, что в течение многих десятилетий, миллионов лет жизнь возникла только тогда, когда в океане сформировался первичный питательный бульон. Вот этот бульон по сегодняшний день считается кишечником. Считается, что жизнь на Земле возникла в результате тех биохимических реакций, которые протекали именно в кишечнике. На сегодняшний день ни одна группа великих ученых в мире не смогла опровергнуть эту теорию. То есть здоров кишечник, здоров человек. Все известные на сегодня заболевания, особенно сахарный диабет, онкология, онкология мозга, рак крови, опорно-двигательные заболевания системы, вначале зарождаются в кишечнике, а потом уже переходят на те или иные органы. Какая вкуснятина. Очень вкусная каша. Но самое главное, что опять-таки природа заложила в нас фантастические резервы к самовосстановлению. И опять-таки, природа гениальный творец. Почему эти резервы в нас заложены? Потому что основным фактором, который мобилизует наши резервы самовосстановления и долголетия, находится в наших руках. Это фактор питания. Так вот, для оздоровления кишечника, мозга и для профилактики всех тяжелых заболеваний мы сегодня представляем линейку каш «Здоровье и красота», 10 наименований, препарат «Виталакт» для омоложения кишечной микрофлоры, «Трезвит» для полной детоксикации всех органов и систем, а также для ощелачивания крови. Кальций D3 Витамикс, потому что мозг не может работать без того же кальция и магния. И самое главное – «Виталицетин», потому что
основа клеток мозга – это лецитин. Разрушается лецитин, ухудшается функция мозга. И, если вы позволите, могу несколько минут рассказать об уникальности каш. Вот это самое главное. Вы знаете, Пинкер Бабаевна, вообще каши сейчас в магазинах, ассортимент большой. Чем уникальны эти каши? Действительно, в магазине очень большой ассортимент каш. Когда мы разрабатываем ту или иную линейку, вы все знаете, что я из науки с 75-го, причем года, из лаборатории биологически активных веществ. Да? То есть все наши разработки – это научные разработки. Когда мы разрабатываем какой-либо продукт или линейку, нас спрашивают, говорят, ну, на рынке вот все так много, как вы будете конкурировать? Я всегда отвечаю – ни с кем конкурировать мы не собираемся. Мы сами себе оппоненты. Мы разрабатываем продукцию на основе научных механизмов действия функционирования самого организма и действия каждого компонента на наш организм и синергическом эффекте ингредиентов препарата. Я знаю, что у вас технология какая-то. У нас в каждом препарате лежит инновационная технология. Так вот, основа этих каш, каши разрабатывались по государственной программе «Профилактика рака кишечника». Рак кишечника почти догоняет смертность по инфарктам. Почти, может, уже и догнал. Основа этих каш – это коктейль взорванных хлопьев, пшеницы, ржи, овса, риса, кукурузы, гречки. Инновационность данной технологии в том, что данные злаковые обрабатываются паром в течение 6 секунд под высоким давлением. Через 6 секунд происходит взрыв пара внутри зерен, и в результате полностью в злаковых разрушается фитиновая кислота и глютен. Про глютен мы много знаем, но никто не знает о том, что фитиновая кислота выводит из человеческого организма все необходимые минералы. Здорово! Вы представляете, это научная разработка. Сегодня одна каша по цене 499 рублей. Заказывая 3, вы получаете 300 рублей скидку. Заказывайте! Это профилактика онкологии кишечника.